Здравствуйте. Все мы очень любим цветы, как на своих участках, так и на балконах. Есть такие цветы, которые нужно сажать очень рано, уже в январе. Это делается для того, чтобы в середине мая они у нас уже начали цвести, и мы не ждали половину лета, чтобы наши вот эти красавцы расцвели. Обычно это цветы с очень мелкими семенами. Так какие же цветы нужно сажать уже в январе? Во-первых, это лобелия. Мелкие семена лобелии всходят хорошо, а вот от момента всходов до цветения проходит довольно-таки много времени. И для того, чтобы уже в мае мы горшок с лобелиями могли выставить у себя на участке или разместить на балконе, лобелии сажаем в мае. Также в мае сажаем вербену. Вербена всходит дольше, чем лобелия. И вот срок, так называемый забег, между всходами и цветениями у вербены очень большой. И если высадить прямо в грунт, то лобелия зацветет у нас ближе к осени, и мы не сможем насладиться всей этой красотой цветущей вербены. А цветет вербена очень красиво. Поэтому сажаем вербену также в мае. Пеларгония. Сейчас очень модное растение пеларгония. Мы ее еще по старинке называем герань. Для того, чтобы пеларгония зацвела у вас именно в этом году, чтобы вы украсили ею балкон и свой участок, также сажаем ее в январе. Январская посадка очень хороша для львиного зева, дельфиниума, гацании и гвоздики. Если львиный зев и гацания – это однолетние растения, то дельфиниум – это многолетние растения, и гвоздика – это двухлетние растения, а есть и виды гвоздики многолетние. Так вот, чтобы они зацвели у вас именно в этом году, сажать их нужно на рассаду в январе. Сажаем их обычным способом, как мы уже знаем, что чем мельче семена, тем их меньше заделываем в почву. Дожидаемся, пока семена взойдут, и потом начинаем выращивать как обычную рассаду. Но вот у всех этих растений есть особенность. Всходы очень мелкие, и вот этот период, когда они окрепнут, очень длительный, поэтому набираемся терпения, выращиваем, а потом, когда минует угроза заморозков, все высаживаем в открытый грунт. Вот эти наши советы помогут вам украсить свой участок уже цветущими красивыми растениями и не ждать практически до осени, когда они зацветут.